Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Весьма энергичными учениками. Ну, или скорее особенными. Это класс 313. Здесь я буду преподавать. Я покажу им, насколько прекрасными могут быть школьные годы. Что? Чего? Ребята! Это ваш учитель! Пожалуйста, откройте дверь! Не можете открыть. Джуго! Сколько можно? Каждое утро одно и то же. Входите. Прости, что всегда тебя напрягаю. Сработало! Как вы посмели? Пустяк! Получилось! Очередная гравюра с учителем. Пополним коллекцию. Если смотреть на них по порядку, кажется, что он движется. Прямо как в мультике. Слушайте, почему вы каждое утро из раза в раз ведетесь на одну и ту же уловку? А какой нормальный ученик каждый день пакостит учителю? Не волнуйтесь, это не в последний раз. Сырти, он разревелся. Эй, там вроде Момока пришла. Она, как всегда, прекрасна. Наша Момока. Какие гладкие волосы. Жалко только, что одевается она уж больно старомодно. Это что, ее? А вчера ему залетело камешком. Я счастлив. Что Мичизанэ хотел сказать в этом стихотворении? Никак, поиграешь дома? О, нет! Вам стоит быть поосторожнее. Ник опасен, когда свирепеет. Спасибо! Что такое? Неужели в благодарность вы хотите меня побить? Это, наверное, подождет до выпускного. Думаю, я продолжу поиски того, что запомнит мою пустоту. Ну, только, пожалуйста, не открывай ничего без разрешения. Сейтару. Да. У тебя кое-что открыто. Шуга, как ты мог? Ай-яй-яй. До свидания, учитель. Меня бесит, что ты как трус меня игнорируешь. Ты что, язык поглотил? Тебе юбка не длинновата ли? С утра бодрячком. О, Асакана. Давно не виделись. Здорово, Хаджиме. Селенка совсем не растерял. Из нашего Хаджимешечки было совсем не то. По местам. Урок уже начался. Талон на собу. Опа, ты уже вернулся. Взгляд у тебя, как всегда, грозный. Кто б говорил? А на вас, как всегда, куча штукатурки. Да? Разве так нужно говорить с тем, кто старался готовить для тебя? Как же так грубо? Лучше б готовили нормально. Но вот же нахал. И подам тебе огромную порцию риса с икрой. Тогда я вас на фарш пущу. Бабуль, можно мне тоже большую порцию? За бабулю я тебе дам фигу! Почему вы всегда хотите больше кладете? Он что, ваш любимчик, а? Помолчите, а то уж больно много болтаете. А ты из началки? Следите за языком. Нельзя решать вопросы дракой. И зачем вы к нам пожаловали? Я вам дам хорошую скидочку в столовой. Я бы с удовольствием сходил. Вот только... Токуруде. Нет, забудьте. Ты что, хотел спросить, какого цвета мои трусики? Я бы тебе сказал.
Что? Единственный ученик здесь — это брат Самана из пятой школы. А наш класс — это подземная тюрьма. Да за что же мне все это?